Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Афроманго Мукбанго. Ну что ж, сегодня бутерброды. Это хлеб. Черный. Майонез. Крабовые палочки, скумбрия горячего копчения, сыр. Алтайский. Чай с сахарным песком. Все заваленный. Да. Гринфилд. Вкусно. Да, да. Ты не распробовал еще точку. Вкусный, нежный вкус. Да? Да. Да. А можно прочитать в эфир это самое? Твои комментарии? Читай. Здравствуйте, Мартин. Давно не заходил на YouTube. А тут ваше новое видео. Приятного аппетита. Спасибо. С кальмаром. Вам также приятного аппетита. Ну, два дня не была. Монитор сломался. Рада видеть. Пересмотрела всего. Все видео не пропустила. Мамуле привет и здоровья. Хорошо. И вам также всего хорошего, всего доброго. Самое главное — здоровье. Дальше. Мартин, рада тебя видеть. Мартин, ты приболел? Да. Если что-то сильно болит. Если что-то сильно болит. Да, конечно. Подписчики уже заметили. Приятного аппетита. Интересный бутерброд. Вкусно. С кальмаром. Пять бутерброда. Третья строчка, вообще ужас один. Да. Ужас. Да.
Угу. Осенью в военкомате. Да. Что там такое, господи, боже мой, что-то... Я сама не трогала ничего. Ты, наверное, задел, поэтому сейчас... Там еще есть вода, чай? Есть. Я только что налила целый чайник. Вкусные бутерброды. Всем рекомендую. Хлеб, майонез, крабовые палочки, сыр. Любой. И скумбрия. Горячего копчения. Обезьяны пошли по эволюции вверх. Угу. Сложную головоломку разгадали. Угу. Угу. Если захочешь, все разгадаешь, правильно? Угу. Угу, да. Интересно. Спустили с дерева на что-то новое такое. Себе. Теплица со спутниковым управлением. Ага, что-то новое. Ну, так прогресс шагает вперед, правильно? Да. Да. Ну, так. Стоит. Не так дешево. Да. Да, примерно стоимость компьютера, наверное. Это еще пока это самое проект. Ну да. Как говорится. Ну-ка, что там написано?
Нет, сверху. Угу. Ничего себе, а что с сыном? Сын. Угу. Да. О, да, опять да. Съемки сериала по мотивам «Москва слезам не верит». Это у него двое детей остались. В общем, двое внуков. Опять. Ну ладно тебе, господи. Очередное. Ну сняли и сняли, боже мой. Люди деньги зарабатывают, что-то я не знаю. Не хочешь, не смотри, кто тебя заставляет. Извиняюсь. Что это такое? Мы ж культурные в столице. Конечно. Живем. Да. Поэтому. Только ты бескультурный. Угу. Чего умер сын-то, господи, боже мой? Да ладно, господи, потом скажем. Так а почему сразу не написали? Молодой мужчина, вообще молодой. Врачебная тайна, значит. Очень вкусные бутерброды. Всем рекомендую. Вкус нежный-нежный получается. Ну да. Дай писочка. Тебе еще делать? Рыба-то не такая уж, если... Тебе делать еще. Еще делать? Еще один сделай, и все.
тебе еще надо? Да. Еще этот не выпить. Налью еще. Президент Верховного Совета СССР признали экстремистом. Организацию. Да, организацию. Что это за организация? Да. Ого. Твоя новость. Сейчас иду. Я не могу лететь, как космическая ракета. Это почему это? Потому. Надо как космическая ракета лететь, чтобы это... Ничего себе. Да, вот так. Дальше. Так это вся коллекция стоит столько. Угу. Потому что и часть только. Угу. Ну, самая старая монетка. Угу. Под лупой, видишь? Угу. Так это американские деньги. Да. А не российские. Конечно. Ну, вкусные бутерброды. Угу. Вообще. Угу. Первые строчки прочитай. Угу, да. Угу. Угу. Когда мост строили, что-то там нарушили границы. Угу. Да. Да, у них претензии-то ни к чему не, мне как-то кажется. Угу. Они по всему возмущаются. Mm-hmm.
пошла. Вот и нельзя. Вкусный чаек. Главное согреться, а то у нас похолодало на улице. Причем резко. Времени летнее. Резко так упала температура. Ну, потому что резко выросла температура на жару, а и потом сейчас вот на холод резко. Из-под жары на холод. Серию Простоквашино уже нарисовали. Да. Любимка. Да. Ой, у него весь татуаж. Да. Татуировок весь. А тело какое накачанное. Да. А почему тут монеты? Монеты выпустили, ежик в тумане. Давай первую строчку открой, может быть там ничего-нибудь написано. Да. Одно тоже. А, мы это читали, да? Да, да, конечно. 39 лет. Да. Ему, сыну. Да, да. Все было вкусно, спасибо. Ну, здоровья. Все, мукбанг закончен. Подписываемся на канал,
ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео и не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Так, допиваю чаек и все. Фотографию сделай получше. Тут что-то наполовину. О, а, вот он. Видите, на маму похож. Угу. Красивый парень. Молодой, симпатичный. Немножко на папу, немножко на маму. Угу. Да. Ой, хорошо. Ну что, все выпила, спасибо. Угу. Все? Да, хорошо. Все, я тоже уже напился, наелся. Сколько там? 7 часов. Давай Джонни Деппа откроем. Красавчик. Смылся. А, вот он. Ну все. Еще раз подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ой, вот такой мукбанг был. Да, вкусный. Нежные бутерброды. Угу. Так. Нежные напишешь в кавычках. А, да? Ты сегодня лекарство принимал? А. Или нет? Да, принимал. Утром? Да, да. У тебя один раз?